Детство. Николай Рубцов. Мать умерла, отец ушел на фронт. Соседка злая, не дает проходу. Я смутно помню утро похорон и за окошком скудную природу. Откуда только, как из-под земли взялись в жилье и сумерки, и сырость. Но вот однажды все переменилось, за мной пришли, куда-то повезли. Я смутно помню позднюю реку, огни на ней и скрип, и плеск парома, и крик «Скорей!», потом раскаты грома и дождь, потом детдом на берегу. Вот говорят, что скуден был паёк, что были ночи с холодом, с тоскою. Я лучше помню ивы над рекою и запоздалый в поле огонек, до слез теперь любимые места. И там, в глуши, под крышею детдома, для нас звучало как-то незнакомо, нас оскорбляло слово «сирота». Хотя старушки местных деревень и впрямь на нас так жалобно глядели, как на сирот несчастных. В самом деле, но время шло, и приближался день, когда раздался праведный салют, когда прошла военная морока, и нам подъем объявлен был до. И все кричали Гитлеру капут, еще прошло немного быстрых лет, и стало грустно вновь. Мы уезжали. Тогда нас всей деревней провожали, туман покрыл разлуки нашей след.